В нашей республике появился первый мастер спорта России международного класса по ММА. Им стал талантливый спортсмен Руслан Шидаков. В прошлом году Руслан стал серебряным призером чемпионата мира и Европы, где и выполнил норматив мастера спорта России международного класса. Здравствуйте, Руслан. Благодарю вас за то, что вы нашли сегодня время и пришли сегодня к нам на программу. И повод для нашей встречи, он просто замечательный. Вы стали мастером спорта международного класса. И, конечно, мой первый вопрос. Что для вас это звание? Здравствуйте, спасибо за приглашение. Звание мастер спорта международного класса это для каждого спортсмена очень ценное, очень дорогое звание, потому что, чтобы получить данное звание, приходится затрачивать очень много сил, очень много усердий. И для каждого спортсмена, в том числе и для меня, это... Очень приятно это, приятно, это результат твоих трудов, твоих стараний. Так получилось, что в нашей республике на данный момент я первый. Конечно, мне приятно и хочется, чтобы был не последний, хочется, чтобы моему примеру следовали. Я тоже готов помогать, как-то передавать свой опыт, подсказывать молодому поколению, кому нужно будет с радостью. Также это большая ответственность, то есть молодежь берет с себя пример, смотрит на твой образ жизни, на твое поведение как в клетке, так и за клеткой. Поэтому помимо просто звания это еще и большая ответственность, то есть люди на тебя смотрят. Руслан, в спорте вы с самого раннего детства. Наверное, свою роль сыграло и то, что ваш папа спортсмен, известный спортсмен, талантливый спортсмен. Занимались вы самбо, занимались вы дзюдо, но 16 лет вы перешли в смешанное единоборство. Я хочу спросить, вот с чем был связан этот переход и чем нравится вам этот вид спорта? Ну, знаете, как говорится, есть такое выражение хорошее. Не нужно воспитывать детей, воспитывайте себя, они все равно будут похожи на вас. Поэтому отец как-то именно не настаивал, не заставлял меня заниматься, он именно объяснял мне, для чего это нужно. Ну, то есть он не говорил, вот иди на тренировку, иди занимайся, надо заниматься. Он мне просто объяснял, что мужчина должен быть сильный, должен уметь постоять за себя, что... Если ты будешь слабый, тебя будут обижать, и это в дальнейшем э, по жизни тебе будет тяжело. То есть он объяснял, для чего нужно заниматься спортом, а уже решение заниматься, оно было за мной. Вот почему я выбрал этот вид спорта. Ну, знаете, это всех мальчиков привлекает вот единоборство. Все любят смотреть. Все вот, даже в Древней Греции вот первые Олимпийские игры там Может были. Может быть, некая зрелищность? Конечно, и зрелищность, и сила, и универсальность. То есть это наиболее такой вид спорта для того, чтобы в первую очередь постоять за себя. Mm -hmm. Это в первую очередь привлекает. А потом дальше уже втягиваешься, втягиваешься, хочется каких-то результатов получить, на соревнования поехать и так далее. И вот так втянулся. Руслан, а какая самая значимая победа в вашей спортивной карьере, на ваш взгляд? Для меня каждая победа значимая и каждая победа сложная. Вот я не считаю себя каким-то талантливым спортсменом. Вот если другим приходится делать меньше, прилагать меньше усилий, чтобы получить то же самое, что я, то мне в два-три в раза приходится больше делать и больше усилий прилагать. И поэтому для меня вот каждая победа, это вот получается отголосок вот моих тренировок, моих усилий. И вот поэтому каждая победа для меня важна. У меня вот как-то сложилось так, с самого детства что у меня вот никогда простые сетки не попадались. Сетка это вот турнирные сетки имеется в виду. Всегда у меня какие-то действующие чемпионы мира в сетке, всегда у меня э, титулованные спортсмены, и поэтому каждая победа для меня, э, она очень значима. Это э, вот как результат твоих трудов. У меня не было таких случайных побед, чтобы там ну в единоборцах бывает случайно попал случайно как-то на прием дошел у меня вот как таковых случайных побед не было у меня э, все такие трудовые зато это закалило ну конечно это закаляет это знаете э, вот это придает уверенность в том что вот труд окупается то есть конечно не всегда бывает и неудачи и всякое бывает но в целом это дает понять то, что вот если ты трудился, если ты приложил определенное количество усилий, то результат будет. И поэтому это можно приложить и на другие сферы своей жизни. Ну что ж, Руслан, я благодарю вас за интервью. Конечно, я желаю вам новых спортивных побед. Спасибо вам. Спасибо вам за приглашение. Будем и дальше стараться радовать Зрителей, болельщиков всех, кому не безразличен спорт, будем радовать новыми победами, будем делать все для этого.